Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения программа «Важная тема». Спорт. В этом коротком слове здоровье и бодрость духа. Необходимость заниматься спортом пропагандируется со всех трибун во всех уголках России. В Солнечногорском районе работают десятки секций школ и объединений. Работают в основном с молодежью, а это категория непростая. И даже там, где спорт и дисциплина не обходятся без классической проблемы отцов и детей. Но в начале марта один такой конфликт закончился приездом кареты скорой помощи. «Атлант» на улице Красной – один из 18 спортивных клубов Солнечногорского молодежного центра «Возрождение». Здесь занимаются тяжелой атлетикой и тайским боксом. Не один год ходил в «Атлант» и 18-летний студент Дима Шубин. Он приходил качаться и просто отдыхать, в теннис там поиграть. Вечерами после тренажеров и тенниса, рассказала мама Димы, парни и девушки засиживались в клубе, общались, смеялись, делились новостями, потом расходились по домам. Но однажды, открыв дверь квартиры, вместо привычной улыбки своего сына Наталья Шубина увидела взволнованные лица его друзей. Ребята сообщили страшную весть. Из «Атланта» Диму увезли в больницу. По версии Димы Шубина, тот вечер ничем не отличался от предыдущих. Тренажеры, теннис, общение с друзьями. Как вдруг появился директор клуба и попросил молодых людей освободить помещение. Они говорят, мы же всегда ходили тут отдыхаем. Чего мы вам плохого делаем? Тут на диване сидим, в теннис играем. Они позвали Диму в кабинет к директору. Ну, сам директор. А там уже находились два человека. Закрыли на железный засов этот кабинет там какой-то. Я не была там. Ребята говорят, железный засов, прям железная дверь. Закрыли на железный засов и начали там его бить. Он пытался к этой двери открыть эту дверь, чтобы там на помощь позвать. Еле-еле открыл эту дверь, вывалились они все сюда в коридор. И начали там, ну, вот это вот потасовка. К потасовке в коридоре присоединился тренер по тайскому боксу. Именно он, уверяет Наталья, ударом профессионала сломал ее сыну челюсть. Ребята, как говорит, Дима сползал по стенке, и он его продолжал бил в по сломанной челюсти. На карете скорой помощи Диму Шубина увезли в больницу. Оттуда парня экстренно отправили в московский НИИ. Мы подъезжали к Монике, уже Дима уже засыпал, у него он очень много крови потерял. В столице Диму ждала операция, реанимация и титановые пластины вместо челюсти. На больничной койке парень провел 2 недели. Похудел. Весил 80, сейчас 60. Свое учебное заведение, Дима осваивает профессию повара в местном лицее, молодой человек сейчас посещать не в состоянии. Да что там, полноценно говорить и питаться пока не получается. Бульончики делаю, и там, например, в куриную грудку, он как спортсмен был, хирург сказал, понемножку филе грудки и блендером все прям жидкой-жидкой. И через трубочку, у него вот тут немножко такая открыта дырочка. А так все это зашинировано, зубы, скобы стоят, а потом еще проволокой медицинской зашита челюсть, потому что она у него собрана. Поэтому о тренажерах и спорте Диме придется забыть надолго. Ему нельзя сейчас спортом заниматься, все, они изуродовали просто его. Но старшее поколение «Атланта» не согласно с таким вердиктом. По версии тренеров, конфликт развязал именно молодой человек. На замечания отвечал дерзко, хамил, угрожал физической расправой. В объяснениях данных участковому директор клуба заявил, тренер по тайскому боксу лишь защищал коллег. Первым же кулаки в ход пустил Дима, который, к слову, несколько лет занимается рукопашным боем в другом солнечногорском спортобъединении. Однако там парня характеризуют только положительно. Уже участвовал у меня и в международном турнире, как проявил себя, мы ездили в Нижний Новгород в том году. Стал чемпионом там, первое место занял, как бы достойно выступил. И последний тоже в том году на всероссийском турнире по рукопашному бою выступал. Тоже там стал чемпионом. Плохого я ничего не могу сказать. Хороший воспитанник, проявлял себя
проявлял себя всегда хорошо, как бы вежливо относился и к сотрудникам, и к товарищам. А вот поступок своего коллеги-тренера из «Атланта» Владимир Манухин не одобряет. У меня там не было со стороны, я точно не могу как бы сказать, что, как вообще. Но со стороны, как бы, я бы считаю, что как тренера, я как тренер, со своей точки зрения, что там, как я слышал, ребята говорили, какой-то был удар, что он как бы не должен был наносить этот удар, как бы. Поэтому, чтобы даже если Дмитрий был бы не прав, он должен был как-то остановить, показать пример. Тем более, там, как бы, я слышал, что тренировка была, должен был как бы остановить все это дело. Ну, там, взять там, за шею, там, не знаю, сказать, оттащить в сторону, но ни в коем случае не бить, как бы. Обе стороны конфликта написали заявление в полицию. Вот что на данный момент смогли сообщить нам солнечногорские правоохранители. В настоящее время по материалу проверки проводится мероприятие, направленное на всестороннее, объективное и полное рассмотрение данного факта. В связи с тем, что гражданин Шубин получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом челюсти и первоначально находился на лечении в Мониках, а в данный момент проходит курс лечения в Солнечногорской ЦРБ, определить степень тяжести телесных повреждений не представляется возможным, так как судебно-медицинское освидетельствование проводится только после окончательного выздоровления потерпевшего. Как только потерпевший пройдет курс лечения и судмедэксперт определит у него степень телесных повреждений, по результатам материал проверки будет направлен либо в следственный отдел, либо в отдел дознания. Конфликт отцов и детей, вышедший за границы классики, мы обсудим с нашими гостями. Сегодня в студии мама Дмитрия, Наталья Шубина. Здравствуйте. Здравствуйте. В программе принимает участие Сергей Егоров, свидетель события, приятель Дмитрия Шубина. Добрый вечер. А также к нам пришли Игорь Артамонов, заведующий. Простите, также к нам пришли Анатолий Черков, тренер по тайскому боксу спортивного клуба «Атлант». Здравствуйте. Здравствуйте. И Игорь Артамонов, заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Солнечногорского района. Добрый вечер. Добрый вечер. А мы работаем в прямом эфире. Задавайте вопросы, высказывайте мнение по телефону 64 65 95. Вопросы гостям студии мы также принимаем через социальные сети ВКонтакте, Твиттер и по электронной почте. Координаты на ваших экранах. Наталья Михайловна, а как сейчас себя чувствует Дима? Есть ли какие-то улучшения? Да, ну улучшения есть, но все равно у него челюсть еще зашинирована. Он только через трубочку питается. Бывает головокружение. Это от того, что потерял много крови и сотрясение сильнейшее у него. Вы знаете, что черепно-мозговая травма. Как раньше он себя чувствовал, он такой был... Ну, активный мальчик. То есть, ну, сейчас, в данный момент, он пассивный. И здоровье его не важно. Это на всю жизнь. Вся боль головная, это уже на всю жизнь. Изуродовали просто ребенка моего. Ну, давайте послушаем версию другой стороны. Сегодня у нас в студии тренер по тайскому боксу Анатолий Витальевич. Расскажите вашу версию, как все происходило? Сам как конфликт я не видел, как зарождался, как произошло. Я вел тренировку. С 2005 года у нас работает в клубе «Атлант» секция тайского бокса. Зал находился в ужасном состоянии. С приходом Тихонова Игоря Евгеньевича зал зажил новой жизнью. У нас, помимо того, что там секция тренажерная, бокса, тайского бокса, у нас появилось там, ребята стали собираться играть в теннис, хоккей, Wi-Fi у нас появился. Клуб зажил такой бурной жизнью, я считаю, как бы. Дима Шубин занимался, приходил также и ко мне заниматься. Занимался у меня в группе, несколько раз пытался выехать на соревнования, но у него не получалось там по финансам или как с выездами на соревнования. Как бы, ну, Дима у меня занимался. Я знал, что он спортсмен, чемпион там по рукопашному бою. Характеризовать я его не мог, как бы, хороший он спортсмен, плохой спортсмен, потому что он у меня не выступал на соревнованиях. Но как специалист, именно по единоборствам, он хороший специалист по единоборствам. Высококлассный спортсмен. 2 марта у нас была последняя заключительная тренировка перед выездом на Кубок России.
У нас работа была на мешках, и здесь молодые ребята, которые стояли на мешках, закричали, что в коридоре идет драка. Я выбежал в коридор, увидел такую картину, что стоит 15 человек молодежи, которые наблюдают, как избивает директора клуба «Атлант» Тихонова Игоря Евгеньевича. На мой оклик Дима не отреагировал, а наоборот еще сильнее начал избивать. Я, как сказать, если видеть эту картину, то летели брызги крови со стороны лица Игоря. Мне ничего не пришлось, как вмешаться в эту драку, разнять, оттащить Диму. Не просто его оттащить, а его еще пришлось мне, потому что не успокаивался, я его оттащил даже себе в спортзал, где находились мои ребята, завел его в спортзал, начал оказывать первую помощь Тихонову, директору клуба. Потом, когда я зашел уже в спортзал, вернулся, да, я вот увидел, что у Димы сломана челюсть. Ну, первое, что мне Дима сказал, там, начал говорить, что у меня сломана челюсть, не то, что там, да, там, а то, что он не сможет поехать на соревнование, которое у него там намечалось какое-то ближайшее время соревнование. Вот. Видимо, для него это важно, но опять же, да, оттащить, разнять. Почему вы врете все? Вот, зачем же... Почему вы врете? Я еще раз говорю. Вы изуроды, а если бы вашего ребенка вот так вот изуроды, вы его на куски разорвали бы, того человека. Почему вы врете? Ну, вот действительно, был удар. Почему вы врете? Можно я помолчу? Да, это, конечно же, ваше право промолчать. Бессовестный. Наталья Михайловна, пожалуйста, спокойнее. Я еще раз, можно вот я еще раз скажу? Стояло где-то 15 человек молодежи, это окруженное было. И вы его не ударяли? Вы его вообще не ударяли. Наталья Михайловна, Анатолий... Я еще раз говорю, на мой взгляд, картина была такая, что Шубин Дмитрий, такое ощущение, что он хотел убить именно... Он убивал директора клуба. Да, конечно, да, прямо убивал. Хорошо, у нас здесь присутствует еще один свидетель. Давайте дадим слово ему. А вы не убивали ребенка? Наталья, а если бы вашего ребенка вот так вот начали бы бить? С моей стороны, я еще раз говорю, кто тогда челюсть сломал ребенку? Кто сломал челюсть? Почему вы врете? В глаза сидите и бесстыдно, взрослый мужчина, который занимается с детьми, вам не место вообще-то. Наталья... Вам вообще с детьми не место. Правильно этот тренер сказал. Наталья Михайловна, давайте мы дадим слово еще одному человеку, который присутствовал при этом конфликте, Сергей. Как вы видите, что произошло? Я не согласен с тем, что тренер по тайскому не бил его. Как бы я стоял рядом с Димой, у них была потасовка с Игорем Евгеньевичем. Дядя Игорь лез на Диму. Диму в оборо положил его. Дядя Игорь лежал. Спускается тренер по тайскому, бьет его в левую сторону, в челюсть. Сюда? Да. Удар вы видите? Со спины. Дима, прям видно, что челюсть у него складывается. Не трогал. Дима отходит к стене, как бы прижимается, и тренер еще ему серию нанес ударов в челюсть, в лицо. Сереж, ну вот все-таки, по твоему мнению, кто и что или что положило начало этому конфликту? Ну действительно было какое-то хамское поведение со стороны друзей? Поведение не было хамского. Они просто в алкогольном состоянии были, в пьяном. Кто был в пьяном состоянии? Ну, директор Игорь Евгеньевич и два его друга, которые там были. В теннис они играли, они шатались там, пьяные играли. Потом они зашли кто, в помещение. Скажи фамилию. А я не знаю. Соколов Дмитрий, да, Дмитрий Александрович и... Василий. Иван как-то его там. Которого они скрывают, что у него условно, они его скрывают вообще. Что его там не было. Игорь Викторович, вы представитель спорткомитета. Вот этот клуб, он все-таки в вашем видении. Ваша позиция, ваше мнение по поводу этого конфликта. Как можно понять? Ну, здесь позиция наша однозначна. Мы начали служебное расследование внутри непосредственно комитета, которое возглавил председатель комитета Артем Санжаров. Значит, сейчас, к сожалению, Игорь Евгеньевич Тихонов находится на больничном. Сергей его зовут, да? Да. Это самое. Буквально в один вопрос. А как вы считаете, у Игоря Евгеньевича Тихонова откуда произошло тройное рассечение брови рядом с виском и где наложено 10 швов? Просто вот так, в двух словах. Вы же там были, я не был, я просто хочу узнать вам. Было. То есть, и когда...
наш воспитанник Дима Шубин, да, он сидел и избивал Игоря Евгеньевича. Почему вы не оттащили? Вот вы рядом все стояли. Почему вы не прекратили вот этот момент? Нет, стоп. Дима, когда вышел из помещения, когда он пытался открыть дверь, выйти, он вышел, Дима уже весь в крови был. Вот. Он уже был в крови. Дима в крови. Да, Дима был в крови. Почему они его засунули туда? Я Дима тоже. Если бы Дима намеревался бить, послушайте, вы взрослый мужчина, если бы Дима, он бы зашел бы и засов и железный, он бы закрыл Дима. Но почему-то эти пьяные взрослые мужчины, значит, закрыли на засов и начали бить ребенка. Почему? Да, Михаил, давайте так. Значит, во всем будут разбираться следственные органы, да, заявление у нас подано. Здесь просто, вы знаете, я понимаю вас как родителя, прекрасно понимаю. Здесь понятно, да, ребенок, да, сын получил травму. Вот, да. Ну, вы не перебивайте, пожалуйста. Давайте, я вас слушал, поэтому будьте добры, меня, пожалуйста, послушайте. Здесь, значит, всему оценку будут давать следственные органы, безусловно. Да? Мы тоже проведем со своей стороны служебное расследование, будем принимать какие-то меры по отношению к директору. Во-первых, выясним, на основании чего 15 человек, подростков, находились там, чем они там занимаются. Для чего это все делалось? То есть мы спросим с Игоря Евгеньевича, я говорю, как только он выйдет из больничного. Вот, мы поднимем все медицинские карты, мы поднимем освидетельствование в крови, то есть заявление вот ваше, Сергей, да, что люди были выпившие. Ну, у нас уже есть правильная экспертиза, да, мы не будем сейчас голословно говорить. Так, у меня есть, ну, не перебивайте, пожалуйста, будьте добры. Значит, у меня есть просто сведения, что Дмитрий все-таки, да, ну, мы же здесь прекрасно видели, человек занимается рукопашным боем. 18 лет. Занимается у Володи Манухина, прекрасного тренера. Мы его прекрасно знаем. Это наша гордость Солнечногорского района. Мы знаем, как он ставит удары и технику единоборств. И прекрасно знаем Дмитрия, который физически очень одаренный спортсмен был. Владел рукопашным боем. Применял его неоднократно на улице. И здесь, конечно же, он, разумеется, был сильнее Игоря Евгеньевича Тихонова. И есть свидетели, которые говорят, что, вот опять же я говорю, это все со слов. Это голословщина, просто и мы не будем, наверное, я не знаю, почему мы перед телевидением сидим и занимаемся вот этим вопросом. Ну, пусть будет так. Он избивал конкретно Игоря Евгеньевича. И больше того, у меня позиция здесь, ладно, да, здесь мы будем, пускай разбираются следственные органы, кто кого обидел. Игорь Евгеньевич обидел Дмитрия, Дмитрий обидел Игоря Евгеньевича. Меня больше всего возмущает позиция той молодежи, которая была рядом. 15 человек, да, молодых людей, видя, да, что их лидер бьет старшего товарища, которому 40 с лишним лет, который годится ему в отцы, не предприняли никаких попыток предотвратить это. То есть они знали, что Дмитрий будет сильнее. Паша, мне, но не ожидали, что получится. Что вот эти 15 подростков должны были сделать? 15 вот подростков, я считаю, они должны были встать между Игорем Евгеньевичем, да, если там утверждают, что он был в каком-то неадекватном состоянии, между Дмитрием, и развести. Тем более же вы понимаете, вот сейчас говорили же об этом вопросе, да? Мы сохранили этот клуб. Он 20 лет работает. Он дал нашему Солнечногорску многих хороших людей. Мы там занимаемся развитием молодежи. Специально провели туда Wi-Fi, чтобы ребята в морозы не ходили, не ютились там где-то по улицам, а сидели здесь, занимались своим любимым делом. Игорь, занимались, ну, тренажером. Тем более, если им позволено было сидеть в этом клубе, вот, проводить время, почему их вдруг стали выгонять? Конфликт ведь с этого начался, ну, как я поняла. Что здесь бы там я еще раз говорю. Нет, я еще раз говорю. Права ударить. А почему тренер не остановил? Почему ваш сын имел право ударить старшего человека? А почему тренер не разъединил ребенка, она нанес удар? Почему вы ни в сторону не смотрите? И это рассмотрим. Какое он имел право избивать чужого ребенка? Какое имел право? Никто не имеет права. Этому оценку даст ОВД. А почему они его завели на железный засов? Для чего? Для того, чтобы бить его. Они, если бы просто поговорить, они на железный засов не закрывали, ну, бы. Знаете, почему дверь открылась? Наталья почему Михайловна, в крови мой сын? Наталья Михайловна, мы уже ходим по кругу. Не надо эмоций, господи. Мы ходим по кругу. Здесь я, да, мы ходим вокруг да около. Не надо, понимаете? Брать, не надо. Да не надо моего сына. Он сделал, он изуродовал. Чего? Значит, и еще надо раз, его, еще раз. Наталья Михайловна, давайте кричать не будем. Здесь, говорю, много всяких подводных. Я вообще ничего не говорю. Я констатирую факты. Значит, здесь много подводных камней. И здесь хотелось бы выслушать что вашего сына, Дима, и выслушать Игоря Евгеньевича. Значит, ваш сын имел право ударить старшего человека. Он отбивался уже. Он вышел с правильной. Хорошо. Значит, когда УВД сделает заключение, что ваш сын отбивался, тогда будем разговаривать. А что, не видно, что ребенок в лунике был? Значит, смотрите, Наталья Михайловна, я предлагаю здесь просто нам с вами не пикироваться, как говорится, да? Потому что я понимаю ваше горе. Я прекрасно понимаю вас как отец, как родитель.
сказали в сторону, что ребенок, да, на самом деле, что бы там ни произошло, вы не имели права трогать моего ребенка. Что бы, вы должны были отпустить. Я спасал жизнь человека. Да? А моего сына убивали. А вы, ваш сын... А мы его сына убивали. Так. Знаете, это мы вокруг да около. Я просто считаю, давайте через две недели, когда там люди выйдут с больничного, да, просто вот сделать, мощную ставку именно в прямом эфире. И пусть люди скажут друг другу, да. То есть, понимаете, здесь я прекрасно понимаю эмоции мамы, да. Я прекрасно понимаю, да, никто не имеет права. Эмоции, всех, не безусловно, эмоции друзей, товарищей. Вы посмотрите, в каком состоянии мой ребенок. Наталья Михайловна, чего хотите вы? Вы конкретно, да. Я хочу, чего мы добились вот этим эфиром? За свои вот такие поступки, чтобы ответили. Безусловно. Все как чтобы тренер ответил за свои поступки. Чтобы он был наказан. Для этого есть УВД. Соответственно, она проведет свое расследование. И мы свое служебное будем разбираться с директором. Я вам это говорю. На данный момент будет клуб закрыт с понедельника. Таким людям с детьми невозможно. Игорь Викторович. Мы разберемся. Потому, по крайней мере, Анатолий Витальевич воспитал очень много достойных спортсменов. И здесь тоже Владимир Манукин может сказать. Воспитал. Чемпионы Европы, чемпионы мира. Говорили, что не первый раз руку поднимает. Игорь Викторович, вот в ваших клубах это первый такой действительно инцидент? Или уже конфликты перерастали во что-то? Нет, такого у нас никогда нету. Вы знаете, за 20 лет существования мы же создавали эти клубы, знаете, для чего? Для того, чтобы когда вот развалился комсомол, развалилась партия, да, чтобы наши дети остались не бесхозными. И мы, вот говорю, когда сейчас вот пришел Игорь Евгеньевич Тихонов на свое место, да, то есть, я говорю, клуб наконец-то задышал новую жизнь. Он действительно реально начал работать. Я думаю, Сергей тоже не даст соврать, что клуб улучшился. Согласен, да. Здесь же, да, согласитесь, улучшилась материальная база, улучшилось отношение к детям, улучшилось отношение к молодежи, с новой силой. Произошло ЧП, серьезное ЧП, да, где пострадал молодой человек. Но здесь надо на данном этапе сейчас просто, я считаю, будет проведено служебное расследование с нашей стороны, как комитета. Будет проведено служебное расследование со стороны УВД, потому что заявление подано, да. И уже суд только имеет право. Виновен человек или не виновен. Здесь мы просто можем, у нас много позиций, да? Позиции с одной стороны. Люди подходят, говорят одно. Молодежь подходит, говорит, Игорь Викторович, вот здесь было так. Понимаете, мы тоже все учитываем. Вот. Но поймите одно, здесь я бы хотел все-таки услышать, к сожалению, я говорю, два человека находятся на больничном, где основные люди, из-за которых все и началось. То есть и Дмитрий, и Игорь Евгеньевич. Вот они и начали. Вот я поэтому хотел бы просто их услышать, вот, и услышать здесь в прямом эфире. Пусть они скажут, не стесняясь друг другу в глаза, да, кто начал, что начал и как, только не переваливай. Я говорю, я понимаю прекрасно, Наталья Михайловна, здесь отношения все, родители. Вот. И здесь я просто прекрасно понимаю, здесь и ничего, и она права везде, она будет права полностью. Здесь вопросов нет. Я понимаю друзей, да, когда пострадал их товарищ. Вот. Но здесь должно разобраться следствие. Произошло. Хорошо, я надеюсь, что все-таки продолжение будет. Ну, безусловно, да, конечно, надо людей просто... Пускай они расскажут, какие у них претензии друг к другу. Из-за чего загорелся сыр-бор-то, когда люди относились друг к другу всегда хорошо. То есть, я понимаю, Дима был посторонним, постоянно там занимался же, видите, мы знаем, да? Он приходил туда, все свои. Как вот это случилось все? Вот здесь надо посмотреть в коре. Ну, я говорю, меня вот больше всего волнует этот вопрос, почему вот друзья вот не прекратили это? Почему 15 человек стояли, смотрели, как избивают их друга? А вот мне интересно очень, как вот взрослый мужчина, вот сидя, врет, что он не ударял ребенка. Как вам не стыдно? Вы хотя бы хоть признали, мужское достоинство хоть нашли бы. Наталья Михайловна, у нас эфирное время подходит к концу, вы, пожалуйста, извините. Просто в завершении программы нам хотелось бы дать мнение независимого эксперта. Итак, юридическая оценка ситуации. Проанализировав тот материал, который вы мне предоставили, мне попался, в общем-то, документ, а именно постановление об отказе возбуждения уголовного дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно по хулиганству. Однако в этом постановлении указано о том, что имеются основания для возбуждения уголовного дела по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно причинение телесных повреждений средней тяжести. Учитывая характер и степень повреждений, которые у Дмитрия Шубина, есть основания полагать, что после проведения судебно-медицинской экспертизы его состояния здоровья будет основание для возбуждения уголовного дела по статье 111
Уголовного кодекса, именно тяжкий вред здоровью. Тем не менее, поговорить об этом пока что преждевременно. Значит, полиция должна обязательно проверить все факты, причину того, что произошло, как произошел данный конфликт, то есть, что послужило поводом для такого конфликта. То есть, имеются ли признаки необходимой обороны в действиях Шубина, и, насколько мне известно, соответственно, тренеры также заявление направили в правоохранительные органы. В данном заявлении указано о том, что якобы Дмитрий Шубин также наносил какие-то телесные повреждения. Если выяснится, что он был зачинщиком и первый начал наносить удары, при этом не обороняясь, то, конечно, да, возможно, есть основания полагать, что, возможно, будут какие-то санкции в отношении него. Насколько мне известно, что там вроде какие-то со стороны Дмитрия Шубина и его друзей были какие-то негативные высказывания, то, возможно, это аморальное поведение потерпевших, но это не основание, соответственно, применять к ним силу. Удар, нанесенный не простым человеком, профессионалом, является ли это отягчающим обстоятельством? Давайте послушаем. В статьях Уголовного кодекса, конкретно как бы классификации ударов, они как бы не подразделяются, поэтому здесь уже будет исходить из того, что нанесены телесные повреждения, и какого они типа, средней тяжести, либо тяжкого. Вот, поэтому тут уже исходя из этого. И квалификация будет меняться только от того, будет зависеть от того, группы лиц, не группы лиц. Дебаты по этому поводу идут, даже случаи вот с известным спортсменом, да, как бы, но тем не менее, в общем-то, никакой, скажем, такой значительной роли это не играет. Итак, время передачи подошло к концу. Я благодарю гостей за участие в нашей программе. Спасибо и до новых встреч. А наши выпуски ищите на сайте solntv.ru и в социальных сетях. Пишите нам на почту, ее адрес «Важная тема» @yandex.ru. Ну а на сегодня все. Будьте в курсе важных тем и принимайте верные решения. До свидания.